ребята, и сегодня мы едем... Правильно, мы едем на аттракционы, но пока я не скажу, куда. Скажу только, когда мы приедем. Так что это будет небольшая интрига. Не знаю, скажу, не скажу, но во всяком случае вы это знаете. Это находится в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Вот и все. Так что, мы поедем, покушаем, и Евелина здесь идет. Куда покушаем? Кто есть, не будет. Нет, здесь дома поедим, ну, точнее, мы уже поели и поедем. А мы сейчас или позже? Сейчас мы едем. Ну, вот, короче, сейчас собираться будем. Лук, и у меня сзади еще вот такой там рюк. Рюкзачок. Его можно также в сумку переделать и просто носить. Так что, вот. Сейчас мы все одеваемся. И вот, вот. И всякие штучки еще тут. Вот. Так что. Вот это колечко. Но я его не буду одевать. Так что сейчас поедем. И спанчик. Тут еще Олежка вот такой вот. О, не Олежка. Лось, что ли? Так что сейчас поедем. И вы поедете обязательно вместе с нами. Видели, не все снимала, так как очень много там было всяких стеллажей и так далее, поэтому много я не снимала. Сейчас мы покушаем и поедем уже, правильно, поедем уже на Дива, упс, на Дива остров, ладно. Так что поедем, и потом у меня мама хочет с Эвелиной вроде как на в галерее, но не знаю, поэтому не поедут. Так что сейчас вот покушаем быстренько и поедем. Да, я на этом поеду.
Ладно,
такой был сегодня насыщенный день. Вот, когда я каталась на пружине, вроде так она называется, детская пружина, а есть еще взрослая. Когда я на ней каталась, вы сами видели, какое у меня лицо. Потому что было немного страшно, так как год я не каталась, вот. Так что я уже спать хочу. Мы покатались на всех аттракционах, которых я хотела. Мы еще в последний раз катались на большой карусели, но никто не снимал, потому что все не хотели, уже уставшие были. Мы покатались, очень классно было, и у нас было такое чувство, что мы будем доставать ветки. Ну, там были рядом деревья, и вот Эвелина, она чуть-чуть доставала. Но я, слава богу, нет. Вот. Если вот сейчас я буду тут в комнате в нашей прибираться. Вот, очень был насыщенный день. Очень сильно мне он понравился. Мы еще съели 4 хот-дога. Ну, точнее, по половинке. 1,5 хот-дог, и очень было классно. Так что сейчас Эвелина придет с моей мамой, и мы пойдем спать все. Так что вот такие вот дела. У нас еще есть, знаете, какое? Яблоко в карамели. Так что я пойду сейчас его есть. Хотя время уже часов 10, наверное. Так что пойду. Я очень хочу спать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас сильно люблю. Нажимайте на колокольчики, и свет какой-то непонятный. Люблю. Пока-пока.